Всем привет, с вами Тормод, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку RimWorld. Давайте перейдем к игре и начнем. Мы с вами закончили как раз на... Ух, Биг Мак готовится разрушить обломок корабля, который оказывает очень большое негативное воздействие. Как видите, вот у нас идет излучение, даже травка пропадает. Я в прошлой серии я думал, что Биг Мак будет сражаться один, ну так как у него гранатомет или что там у него, реактивный огнемет. Но я решил ему в помощь отправить Анжелику, его возлюбленную, так как такое в предыдущих сериях, да. Вот, так, Биг Мак, стоять. Вот, мы занимаем места. И, наверное, начнем. Давайте начнем стрелять в обломок разрушенного корабля. Посмотрим, кто там у нас живет. Гусеницы, жнецы или кто? Ух, там целая толпа жнецов. Так, сразу же переключаем Биг Мака, потому что он... Так, сейчас выстрелит еще. Нет, не надо. Стрелять в жнеца. Анжелика тоже уже начала стрелять. Так, у Анжелики так стоит прицельный выстрел. У Биг Мака тоже стоит прицельный выстрел. Давайте посмотрим, какие у нас там результаты. Ух, двоих уже задели. Хорошо, Биг Мак, давай стреляй в этого жнеца. А Анжелика... Ну, на свое усмотрение. Так, я, наверное, все-таки Анжелике скажу стрелять в этого жнеца. Он все ближе и ближе к нам. Вот. Этого она не видит, да? Мх. Так, промах. Есть, Анжелика справляется. Так, остался последний. Блин, Биг Мак, что-то у тебя с прицельностью. Все. Всех мы с вами разбили. Осталось только разрушить сам корабль. Так, Биг Мак, давай стреляй в обломок и посмотрим, что у нас в нем находится. Еще 884 у этого корабля. 659. Да, сейчас мы его разрушим. Ну, металл с него получим и все остальное. Ну, 509, 400, а что так плохо-то пошло? До этого намного лучше он снимал. Да, он все еще производит гул, поэтому... Так, ну 300 как-то слишком. Ох, не знаю, честно сказать, патронов даже жалко. Потому что мы потом такие не сможем сделать. Так, Биг Мак, давай-ка мы тебе остановим. Анжелика, давай-ка ты, потому что твои патроны мы с вами, мы сможем сделать достаточно много. Даже подойдем поближе. Так, тут у нас трава горит, мы ее тушить с вами пока не будем. Подойдем вот так поближе и стрелять в обломок. Так, 155 осталось, 100. Давай, давай, перезаряжай, умничка. Анжеликочка, я в тебя верю. У тебя все получится. И чего? Стреляй. Стреляй, родимая. Все, молодцы. Так, у нас здесь металл. О, а вот это что такое? Ядро ИИ. Кстати, я такое не видел. Очень интересно. Тут патроны у нас.
5.35, и, кстати, опять пошел снежок, да? Огонь по... Да, огонь погас. Замечательно. Ну что ж, давайте сделаем... Отпустим нашу Анжелику. Пускай она занимается своими делами. Я ей, кстати, дал, если вы заметили, энергетическая винтовка. А вот с вами, дружки, мы будем разбираться. Так, здоровье. Будем удалять части тела и выключать их. А потом будем разбирать, конечно же. Вот такой вот. Слушайте, сколько здесь клинков-то? Потом эти клинки надо будет продавать. Так, дальше удалить, удалить. Выключение. Так, вроде бы всех выбрал, да? Да. Все, теперь остается только сказать, чтобы здесь все могли забрать. Ух. У нас еще здесь куча всего. А, вот еще двое. Так, дружки. Все у вас надо изолировать. Части тела и выключить. А, не знаю, что это за клинки. А, можем ли мы их поставить Сейди вместо пальца? Кстати, Сейди у нас пошла охотиться, да? На кого? На кого ты пошла у нас, родимая? А, все, вижу, альпака. Хорошо. Все заказано. Давайте проверим теперь по животным. Мне было очень интересно. А, животное не ограничено. И по поводу переноски. У нас еще двое. Ах. Покажите мне, сколько там у вас. Переноска 77. Значит, это у вас, да? Сейчас мы... Да, вот, я им включил, но никто ничего не занимается пока. Ну да, видимо, еще мало времени прошло. И слишком многого я хочу. Так, Сфелф у нас переносит дерево. Собачки бегают. Жизнь кипит. Я, кстати, подумал и решил, а почему бы нам, кстати, вот в этой комнате не сделать пол, ну, чтобы не вылезли какие-либо собратья. Так, ой, а в Биг Мак тебя попали, что ли? Покажи-ка мне. Трещина энергокопьем. Да, слушайте, в него, оказывается, кто-то в левое бедро засадил. Как тебя перевязали? Ужасно. Кто тебя перевязывал? Давайте посмотрим по работе, кто у нас врачом. Лондон врач. Я понял. Я понял. Его, скорее всего, Лондон перевязывал. Блин. Ох, забыл я ему снять. Так, Дейнерис у нас проводит исследование. Все чем-то занимаются. Еды, кстати, нету. Так как Биг Мак у нас валяется и выздоравливает. Ух, так, ладненько, ладненько. Давайте вот так вот немножечко уменьшим, чтобы было виднее. Продолжаем. Продолжаем. И, как я уже сказал, нам нужно сделать покрытие, наверное, мраморной плиткой. Сколько у нас тут? Шиферный сланец. Шиферный сланец. Так, плитка из сланца. Вот таким вот образом. Закажем. И как только Анжелика проснется, пускай они здесь занимаются постройкой. О, клубничка. Клубничка — это хорошо. Блин, надо бы начать расширяться. Я уже какую серию мечтаю начать расширяться. Но пока временно не получается. Так, Мариночка и Сфелф, у вас здесь тоже нету покрытия. Так, давайте увеличим скорость. Честно сказать, все копошатся очень медленно. Анжелика, блин, давай просыпайся, родимая, потому что у тебя очень много задач.
О, наконец-то, Мин решила сделать, ух, несколько еды, и Биг Мак как раз вылечился, да? Покажи мне свое здоровье. Да, нет ранений. Замечательно. Пускай они сейчас вдвоем быстренько наклепают нам еды. Ох, Биг Мак, ты даже... Я аж подавился. Из двух видов мяс... А, это он делал этот самый комбикорм. Понятно. Я уж думал, он два вида мяса и клубнику решил себе пир устроить. Так, ну что ж, клубничка у нас идут запасы. Это замечательно. Анжелика. Собачки, я что-то не вижу, чтобы вы что-либо переносили. Кстати, дичи у нас здесь прибавилось. Чем у нас Сэдди занимается? Ага, ты уже несешь оленей. Тоже хорошо. О, Анжелика проснулась. Вот я тебе строить сразу же закажу. Потом, если что, сбегаешь, покушаешь. Но первоначально я хочу, что... А можно как-то... Ну, не хочу тебе показывать каждую из этих. Ладно, освободишься, все сделаешь. Иди покушай, иди покушай. Кушать тоже надо. Так, у нас, я смотрю, одежду клепают. Ух, собачки общаются. Ну, ладно. Посмотрим, что у нас у Дейнерис выйдет. И... Так, я слышу, как там Сэйди. Альпаку завалило. Замечательно. Ну, пока что все хорошо. Единственное, что мне не нравится, что у Лондона очень плохое состояние. Как видите, настроение просто ужасное. Надеюсь, оно у тебя поднимется. Давайте посмотрим, что у него тут. Недоедание. Ужасное настроение. Не знаю, в чем дело. Это, скорее всего, отрицательные эффекты корабля все еще не прошли. Так, а здесь вас подключали, да? Нет, еще вас не отключали. Ну, это, скорее всего, Анжелика придет. Так, простор, да, по комфорту. Почему-то у Лондона очень плохо все с комфортом. Ах, да, ты у нас постоянно бегаешь. Да, какой здесь комфорт на улице. Я тебя понял. Чем ты будешь заниматься? Да, ты у нас занимаешься... А, ну вот, вы с Анжеликой молодцы. Давайте. И здесь оружие тоже надо сказать, чтобы забрали. Разрешить забирать предметы. Так, ну, то, что Анжелика совершила ошибку во время того, как отрезала ему эти долбанные... Забываю, как они называются. Так, Анжелика... Клинки. Да, клинки. Во. Хорошо. Так. Полом здесь никто не занимается. Нам бы, может быть, какого-нибудь строителя выбрать. Еще одного, чтобы Анжелика не... Что у нас произошло? А, Анжелика опять совершила ошибку. Ну, ничего страшного. Пускай отключаются. Дейнерис скоро закончит изучение. И что мы с вами изучаем? Давайте посмотрим. А, протезирование. Как раз протезирование. Да, это хорошо. Так, по еде мне все пока что... Все очень нравится. Это даже... Какое-то блаженство. Здесь у нас валяется пласталь, металл и куча патронов. Ладно, сейчас все закончат. Нам нужно будет расширять комнату для оружия. Нужно придумать и сделать дополнительную комнатку. Я вот даже думаю, нам... Может быть, здесь сделать еще стену. Вот так вот. Здесь можно поставить... какой-нибудь проход. Ну, дверь поставить.
И в этой комнате мы бы с вами чем-нибудь занимались. Так, все спят. Да, все спят. Слушайте, сделали. Давайте мы Вилкерсона переселим. Назначить Вилкерсона. Лондон здесь будет жить один. Сфелф здесь тоже будет жить один. Лондон. Я все забываю. Ты он или она? Женского пола. Лондон она. Да. Все, удалим. Мы у тебя Вилкерсона. Не будет он тебе внешний вид комнаты портить. То, что ты с кем-то живешь. Может быть, у вас что-то и получится вместе. Так. Собака. Ай. Ну вот, правильный козел ест комбикорм. Хотя, мог бы и кушать травку. На самом деле, кушать травку тоже хорошо. Я вот не знаю, а если мы здесь с вами покидаем оружие, конечно, на земле, хотя здесь оно на земле валяется, но хотя бы в помещении. Так, кто-то за патронами пришел, я так понял. Так, Алешенька, как там у тебя с обучением? Я смотрю, ты там все пытаешься обучить наших собачек. Да, один из семи, молодец. Анжелика все еще... Да, с грудой жнецов пытается разобраться. Что это такое? Так. Анжелика, отвисни, пожалуйста. Отвисни. Ладно. Ну, бывают маленькие глюки. Животные людоеды. Ух. Куча муфала. Ну что ж. Начнем, наверное, домашняя область всем, чтобы все вернулись, потому что кто где, я не знаю. Неохота сейчас бегать. Животные, ну хотя они людоеды, я не знаю, как они... Давайте тоже мы или в область, нет, тоже в домашнюю область их вернем. Так, Анжелика, бросай все, беги отсюда. Дальше. Нам нужно кого-то посадить за турельку. Алешенька, покажи мне. Стрельба 6. Давай. Давай занять турельку. Биг Мак. Ух. Давайте помедленнее сделаем. Надеюсь, никого нету. Никто не остался снаружи. Ух, у нас, кстати, так и не сделали. Могилки. Да, Анжелика на расхват. Так, Алеша, занимай место. Анжелика, ты там возвращаешься, за тобой такая толпень. Зато это мясо. Мясо, мясо, мясо. Притом замечательное мясо. Так, Анжелика. Так, Вилкерсон, ты куда у нас идешь? Хорошо. Анжелика. Давай мы тебя поставим рядышком с Алешей. Вот где-нибудь вот здесь. Чтобы ты тоже отстреливалась. Ну и в принципе ждем. Ждем приближения. Надеюсь, нам у нас все получится. Давайте, давайте сюда мясо мое хорошее. Так. Невозможно попасть в цель, а почему? Так, Алёша, я могу тебе какое-нибудь это самое сказать? Так, Алешенька,
Занять турельку. Или у тебя патроны кончились? Да нет, еще нормально. Как я люблю этих людоедов. Так, нам надо, кстати, побольше сделать таких турелей с разных сторон. Мин повздорила с Лондон. Причина оскорбления. Вы нашли время. Вот, блин. Ай, Вилкерсон. Хотя, может, они сейчас помутузят себя правый кулак и разойдутся. Так, Вилкерсон, слушай, ты, я понял, ты мясо захотел? Да, он захотел забрать мясо. Ах, нет, Вилкерсон, давай-ка ты... Так, сколько вас тут? Трупиков уже 14, живых осталось всего 8. Так, нам нужно... Ох. Да, они почему-то здесь не хотят проходить. Они ломятся в двери. Вломятся в двери. Это не очень хорошо. Так, Дейнерис, ты мне нужна. Со своим персональным щитом. Вилкерсон, покажи мне свои навыки. Ближний бой. Замечательно. Тебе мы какой-нибудь гладиус сделаем, чтобы ты мог отбиваться. Что у тебя сейчас? Ничего у тебя с собой нету, да? Мин. У Мин... давайте выстрел навскидку, наверное, сделаем. Хотя она... Ох, вообще ни о чем. Так. Дейнерис. Тоже иди сюда. Так, да, в эту сторону пока что никто не хочет идти. Но... Биг Мак, плохая идея. Анжелика, а, ты перезаряжаешься. Понял, почему не стреляешь. Ну, давайте, их, кстати, немного осталось. Да, видите, я могу стрелять только в одну сторону. Нам бы в эту сторону тоже сделать. Ну, осталось двое. Сэдди такая наглая. Ой. Так, перезарядись вначале хотя бы. Прежде чем куда-то... Так, Алешенька принес патронов. Остался один, но я думаю, не, мы сейчас к нему выйдем, да убьем его. Не-не, Мариночка, я все понимаю, но ты у нас отдыхай. Отдыхай. Эх. Все. Разобрались. Сколько вас всего было... Блин, не хочет выбирать. Ладно, ничего страшного. По крайней мере, мы с вами разобрались. Всех можно забирать, добивать и уносить. Так, вас мы тоже. Все, все занимаются своими делами. Алешенька. Можешь покинуть турельку. Вот, кстати, и мясо.
мясо нам на пропитание. Как-то очень все удачно. Тут два одиноких бобра. Было три, один помер. Хорошо. Так, здесь мы тоже не закончили. Кое-кого разобрали. А, трупики-то тоже, надо сказать, что перенесли, чтобы они здесь не валялись. Вот так вот. И, конечно же, надо вырыть могилки. Ладно, ух, мы с вами отбились. Это было даже неплохо. Хочу еще таких вот турелек поставить. Блин, они мне безумно понравились. Но у меня таких больше нету. КПВ, машинган. Давайте начнем заказывать дополнительные проекты. Я действительно хочу сделать... в другую сторону. Сейчас мы выберем, какую из какого материала сделать. Я думаю, мы с вами сделаем из известняка. Блоки известняка. И чтобы нам в эту сторону было лучше, то вот таким образом. Эту потом стену мы снесем. Три. И как раз сделаем также из мешков. Потому что, еще раз скажу, эта стена дырявая, которая с бойницами, она не дает. Так, пора вас всех отпустить. И животные тоже можно отпустить. Хотя, область для животных козерог. И младенцы, наверное, в область для животных. Всех, всем скажу, область для животных. Так, это все у нас закрыто, да. Блин, у нас же точно еще одна собачка беременна. Ладно, можно увеличивать скорость. О, обучение происходит потихонечку. Ну и мясо. Мясо. Кто-нибудь будет у нас таскать? Кстати, Сэйди пошла дальше охотиться. Пускай сейчас у нас с вами мяса должно быть много, главное, чтобы не испортилось. Испортится через два дня, это очень плохо. Давайте, может быть, как-то выставим приоритет. Мин, а ты когда успела получить-то? А, точно, вы ж подрались. Ох. Да, я как бы... Ну, ладно, синяки, ссадины, это все житейское. С кем не бывает. Ну, подрались. Девчушки-то, а? Не могут мужика поделить. Так, а Лондон, ты-то у нас как по здоровью? А, тебя уже подлатали, но ты... Не хочешь поваляться в постельке, нет? Иди отдыхай до выздоровления. Мы без тебя справимся. Так, ты у нас не туда идешь. Нам нужно побыстрее отнести все это мясо в холодильник, иначе оно может испортиться. Так, Мин, Лондон, все понятно. Так. Жалко, собачкам нельзя сказать, чтобы они это отнесли. Так, Свелф у нас там старается. Сэдди опять хочет идти на охоту, но мы пока что будем переносить тушки. Тушки — это мясо, а мясо нам нужно. Нужно для всего. Нам. У нас скоро еще пополнение собачек будет, поэтому кормить их тоже придется. Так что вот так. Ладно, давайте на этой хорошей ноте мы закончим нашу серию. Я буду сейчас стараться делать серии по 30 минут. Надеюсь, вас такой формат устроит. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Тормод. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Всем огромное спасибо. Всем пока.